Страйкбольный карабин М4А1 с РИС цевьем и крейнсток прикладом от китайского производителя ЦИМА. Версия с пластиковым ресивером. В комплекте был сам карабин, шомпол, бункерный магазин, зарядное устройство, аккумулятор, небольшой пакетик с шарами и инструкция. Материалы изготовления: ствол, рис-цевьё, труба приклада выполнены из алюминиевого сплава. ДТК, прицельные приспособления, верхний и нижний ресивер, приклад и рукоятка выполнены из ударопрочного пластика. На цевье и на верхнем ресивере есть рис-планки для установки дополнительного оборудования, например, тактической рукоятки, ЛЦУ, фонарика или прицельных приспособлений. Прицельные приспособления – базовая мушка без возможности регулировки и регулируемый диоптер. Приклад крейнсток с возможностью регулировки. Органы управления стандартные для приводов М4 серии. Спусковой крючок, кнопка отмыкания магазина и переключатель режимов огня, совмещенный с предохранителем, который имеет три положения: предохранитель, одиночный огонь и автоматический огонь. Внутри находится стандартный гирбокс второй версии с усиленными стенками. Все компоненты гирбокса взаимозаменяемы с запчастями от других производителей. У данного привода есть хоп-ап. Чтобы добраться до регулировки, необходимо потянуть за имитацию рычага затвора. Регулировка происходит с помощью колеса. У данной модели аккумулятор располагается в прикладе. Чтобы добраться до аккумулятора, необходимо снять тыльник приклада. Разъем мини-тамия. В комплекте бункерный металлический магазин. К данному приводу подходят бункерные и механические магазины от различных производителей.